Всем привет! Сегодня я расскажу вам про Huawei Band 2 Pro. Такой вот фитнес-трекер со встроенным GPS, с влагозащитой до 5 атмосфер. В общем, давайте разбираться, что же он может. Есть и черненький, есть что-то. Я вам розовый показал. Вот черт. Внешний вид трекера отличается от большинства других. Во-первых, сама капсула имеет прямоугольную форму, а не овальную. Во-вторых, в корпусе есть металлические вставки, которые добавляют немного такой строгости. В целом, корпус и ремешок сделан как одно целое, капсулу просто так не отсоединишь от ремешка. Он здесь, кстати, гипоаллергенный, силиконовый и застегивается вот таким вот надежным способом, похожим на Apple Watch. Цветовых решений два, классический черный и вот такой розовый, или можно даже сказать коралловый. Корпус не имеет какой-либо противоударности, но присутствует защита от влаги. Причем не какая-нибудь, а, как я уже говорил, до 50 метров. Сам браслет на руке вообще не ощущается, и связано это с его маленьким весом, 21 грамм. Ну и с тем, что он тонкий, и когда вы сгибаете руку, вы реально его не ощущаете. Только рука что-то хрустит. В дисплее есть за что поругать и за что похвалить. Начну с того, что нет какой-то заявленной защиты дисплея от царапин, но за то время, пока мы с ним ходили, никаких царапин не появилось, это радует. Сам же дисплей монохромный с диагональю 0,91 дюйма. Экранчик небольшой, но это же фитнес-устройство, поэтому ему простительно. Нужная информация умещается: время, тренировки, шаги и так далее. Чтобы переключаться между режимами, на передней части есть сенсорная кнопка, которая реагирует как на касание, так и на удержание. Сам дисплей достаточно яркий, и даже на улице, правда, сейчас не лето и, в принципе, не сильно ярко, но вот сейчас на улице все читается отлично. Для полноценного пользования устройством необходимо установить приложение Huawei Wear. В них можно видеть не только заряд аккумулятора, но и смотреть сведения о вашей активности, запускать тренировки, настраивать их план и, естественно, смотреть их историю. Для контроля своего физического состояния тут есть встроенный пульсометр, который работает, когда браслет достаточно плотно сидит на руке. Об этом говорится и в инструкции в самом приложении. Также, что порадовало, в этом фитнес-трекере, как я уже говорил, есть встроенный GPS. Это очень здорово, потому что те, кто привыкли бегать на улице, смогут более точно отследить расстояние, которое они преодолели, ну и, соответственно, потом посмотреть траекторию. В приложении также работает специальный алгоритм Huawei First Beat, который делает выводы, исходя из ваших предыдущих тренировок, смотрит, насколько вы были активны, как работало ваше сердце во время тренировок, и в дальнейшем составляет вам более правильный план конкретно для вас. И вот это есть не везде. Фитнес-трекеры покупают не только из-за спортивной составляющей, но и из-за дублирования уведомлений со смартфона. Маленький дисплей и приятная вибрация уведомят вас о входящем уведомлении или звонке, при этом покажут имя контакта и текст сообщения. Но показывает уведомления параллельно корпуса трекера, и это не совсем удобно. Все дело в том, что вам приходится разворачивать руку как-то вот таким образом, чтобы прочитать сообщение. Ну... Также есть интересная функция, которая следит за вашей активностью. Если вы долго сидите, браслет напомнит вам, что пора встать и немножко размяться. Теперь об автономности. Аккумулятор на 105 мАч, который заряжается от специальной площадки с креплением чуть больше часа. А разряжается потом этот браслет при небольшой активности около 3 недель. При более высокой его реально хватает на неделю-две, и это отличный показатель. Как вывод хочу сказать, что Huawei сделал реально хороший фитнес-трекер со встроенным GPS и пульсометром. По поводу уведомлений не всегда удобно. Действительно, иногда ты можешь просто посмотреть, от кого пришло сообщение или кто звонит, и уже потом принять решение достать смартфон и прочитать сообщение, или это не сильно важно. В общем, тут более важна спортивная составляющая, потому что это все-таки фитнес-трекер, а не умные часы. Ссылочку на такой фитнес-трекер я оставлю в описании. Напоминаю, что есть черный, есть вот такой коралловый. По ссылочке внизу можно будет посмотреть, сколько они стоят, и, собственно говоря, приобрести их. А вам спасибо за внимание. Ставьте лайк за это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересных видео. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока!